Мастерят куклу-оберег и плетут маскировочные сети. Все это делают школьники Кировского района в рамках марафона полезных дел «Создаю историю». Перед тем, как приступить к выполнению задания, педагоги Центра детского творчества «Металлург» раздали ребятам маршрутные листы, в которых указано, что именно нужно сделать. За каждое выполненное задание участники получают стикеры. Мы делали блокноты, открытки, писали письма солдатам. Мне нравится помогать людям, делать добро, поддерживать участников СВО, давать им сил и поддержку, знать, что их ждут дома. Я стояла на станции, где мы нарезали ленты для плетения сетей для СВО. Каждая помощь, она многого стоит. Вот мы приложили сегодня руку к доброму делу. В завершении марафона полезных дел «Создаю историю» самых активных участников ждут призы. Все эти дела, конечно, ребят вдохновили, потому что они почувствовали себя нужными, значимыми. Они поняли, что они делают что-то полезное. Я думаю, это очень важно для патриотического воспитания подрастающего поколения. Самарский областной проект «Внутри истории» продлится до 19 ноября. Принять участие в нем могут все желающие. Августина Охременко, Сергей Баскин. События.